Постоянно отслеживать изменения в расписании и маршрутах общественного транспорта порой неудобно, да и не нужно. Чтобы не запутаться, не опаздывать и не тратить драгоценное время на ожидание автобуса или троллейбуса, стоит воспользоваться бесплатной интернет-услугой, которая быстро поможет вам просчитать маршрут и время путешествия заранее. Тем более, что в Эстонии еще в начале 2014 года было создано специальное приложение для смартфонов и планшетных компьютеров. Мобильная версия расписания общественного транспорта столицы предлагает точно такую же информацию, что и знакомая туристам и горожанам веб-страница, что немаловажно в условиях ведущейся реконструкции трамвайных путей. Более того, мобильная версия проще и удобнее. Да и воспользоваться ею при помощи телефона можно в любое время и в любом месте. К примеру, вам необходимо отправиться из Ласнамя в Мустамя и быть на месте ровно в 10 утра. Приложение не только рассчитает для вас оптимальный маршрут, но и укажет время, когда вам нужно выйти из пункта назначения, чтобы не опоздать, сколько минут вам потребуется, чтобы дойти из дома до остановки или чтобы пересесть с одного вида транспорта на другой, а также рассчитает общую длительность поездки. Реально говорит о том, что нужно запасаться времени, особенно тогда, когда так называемые часы пик. Потому что в этот момент, как правило, транспорт опаздывает. Опаздывает из-за того, что множество личных машин и, ну, можно понимать, людей, потому что привыкнуть уже сегодня необычной схеме, это требует некоторое время. Это было как, помните, первый раз закрывали здесь транспорт трамвая в сторону Лонди. И тогда тоже первые дни вызывали большие, так сказать, опоздания на дорогах. Люди были не в восторге в этом. Ну, сегодня или чувствуется после пару дней, все это, так сказать, уложилось. Это приложение позволяет сохранять и интересующие пользователя маршруты, а значит, направляясь из одного района Таллина в другой или планируя поездку в Тарту, Пярну или любой другой населенный пункт Эстонии, вам проще потратить пару минут времени, просмотрев и распланировав свой маршрут, чем по старинке прийти на остановку и ждать следующий автобус. Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.